здравоохранения и физической культуры и спорта рядом идут, так? Немножко грустно, что такое поздравление, потому что, ну, можно уже сегодня сказать, что мое мнение от нас уходит. Были разные толки, случаи были разные. Да? Могу сказать, что благодаря Марине Евгеньевне вот такой импульс в развитии спорта Белокурский муниципальный район получил. В этом огромная заслуга. Когда мы говорим и принимаем решение, есть ли у нас возможность реализовать свой потенциал у молодежи, есть. Марина Евгеньевна, это яркий пример. То есть мы доверили, по сути дела, одно из таких сложных направлений, как бы участвовал. Сегодня, по решению постановки Вячеслава Викторовича Володина в 2017 году, вся Россия будет у нас на территории города Кулакова учиться, как заниматься под данным направлением. Это еще раз подчеркиваю, основная заслуга Олимпиады. Поэтому очень жаль, что человек уходит, но с другой стороны, мы гордимся, что при проведении чемпионата мира по футболу главным или одним из таких главных людей, которые будут организовывать этот мероприятие, будет наш человек. Вот, поэтому надеюсь, что билет у нас тоже будет. А поэтому потом будут десятилетия судить.